Меня зовут Рик Реннер. Я стою у стен Московского Кремля. Рядом со мной монумент огромных размеров. Этот памятник установили недавно в честь празднования годовщины крещения Руси и принятия народом христианства. Это памятник князю Владимиру, который был правителем Киевской Руси. Его бабушка, княгиня Ольга, в свое время посетила Константинополь, где увидела, как проходят христианские богослужения. Она была так впечатлена христианством и Словом Божьим, что обратилась в новую веру и привезла эту веру домой. Вся ее семья обрела спасение. Позднее князь Владимир повелел всем своим подвластным народам обратиться в христианство. Мы не знаем, действительно ли все они уверовали во Христа, но, по крайней мере, князь пытался вести их в правильном направлении. Это дало начало новому движению, освобождению русского народа от язычества. Здесь практиковались ужасные языческие обряды, кровопролитные жертвы, оккультные ритуалы, однако люди стали двигаться в новом направлении, потому что один человек был движим любовью ко Христу и к Слову Божьему. Хочу спросить вас, а вы любите Божье Слово? Вы помогаете людям прийти к этой любви? Если вы хотите быть сильным христианином, вам нужно крепко держаться за Священное Писание. Вы любите Библию? Сегодня я поговорю с вами о любви к Божьему Слову. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Мы продолжаем говорить о важных составляющих, необходимых, чтобы быть сильным, зрелым христианином. Я часто сравниваю жизнь с процессом приготовления пирога. Ведь нужно смешать все ингредиенты правильно. Разрыхлитель, соду, яйца, сахар. И в конце украсить. Все это нужно, чтобы пирог был красивым и вкусным. Яйца – связующий компонент. Сахар нужен для сладкого вкуса. Разрыхлитель или сода, чтобы тесто поднялось. Глазурь – для красоты. Если вы забудете положить какой-то ингредиент, потерпите фиаско. Ни один кондитер не желает такого. Аналогичная ситуация с жизнью христианина. Есть 10 компонентов, которые нужны, чтобы она состоялась. Именно об этом я рассказываю вам в своих программах. И еще я предлагаю скачать серию аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего». Она основана на этих передачах. В ней прилагается замечательное учебное пособие, куда включены все тезисы, принципы, греческие слова, их определения. Я убежден, что она станет благословением для вас и тех, с кем вы будете заниматься по ней. На обложке написано, для приготовления пирога вам понадобятся конкретные базовые ингредиенты. Если одного из них не будет, вся работа пойдет прахом. Точно так же требуется взять 10 духовных составляющих или шагов, чтобы сделать жизнь сильной и стабильной. Что это за компоненты? В этой серии Рик Реннер рассказывает о 10 важных составляющих, которые необходимы, чтобы вы были сильным христианином, каким Бог предназначил вам быть. И если какой-то компонент отсутствует, ваша духовная жизнь станет провалом. Вы можете этого избежать, поэтому добавьте в свою жизнь все нужные составляющие, чтобы она стала такой, какой Бог задумал ее. Далее приводится список этих 10 ингредиентов, необходимых, чтобы стать сильным, стабильным и зрелым верующим. Это очень хорошая серия. Здесь много практических рекомендаций, которые будет полезно применить в своей жизни. Скачайте этот цикл бесплатно, по нему можно заниматься самостоятельно или с другом или в группе. Также предлагаем вам подписаться на мои ежедневные видеоободрения, 1,5 минуты из драгоценных истин на каждый день, способные изменить вашу жизнь. Я делюсь драгоценными истинами из греческого языка, зачитываю своих книг, содержащих исследования более 1000 слов из Нового Завета, которые помогут вам глубже понимать Божье Слово. Это видео можно смотреть каждый день. Не бойтесь, здесь нет непонятных научных терминов. Вы все поймете, сможете получить необходимую духовную пищу и применить в жизни. Если вы не знаете, как возрастать духовно, подпишитесь на бесплатную рассылку видеоободрений «Драгоценные истины из греческого языка» на нашем сайте igncorg. Смотрите их каждый день. Просмотр всего одного видеопослания в день поможет вам войти в духовную зрелость.
Обратимся к Божьему Слову и продолжим изучение 10 компонентов, необходимых, чтобы стать верующим, каким Бог желает вас видеть. Мы уже поговорили о первом ингредиенте, о желании спасать души людей. Сегодня мы будем говорить о второй составляющей, которую нужно добавить в свою духовную жизнь. Любовь к Божьему Слову. Это своего рода связующий компонент для всей духовной жизни. Во-первых, вам нужно желание спасать души. Во-вторых, любовь к Слову Божьему. В ранней церкви любили Библию. Первые верующие были посвящены Писанию. Мы читаем об этом в книге «Деяния апостолов 2.42», и они постоянно пребывали в учении апостолов. Апостолы учили из Библии, преподавали важные доктрины, и люди постоянно пребывали в их учении. Что означает «пребывать постоянно»? Использованное здесь греческое слово означает «упорно продолжать». Верующие не бросили то, что начали, они продолжали неустанно заниматься изучением Библии. Постоянно пребывать означает сосредоточенно и напряженно трудиться и описывает непрерывное усердие, непрекращающееся старание. То есть речь идет не о бессистемных действиях. Начав изучение, верующие постоянно пребывали в учебном процессе. Также это слово может иметь смысл привязанности к чему-либо. Один исследователь даже перевел этот отрывок так. Они проявляли верность, усердие, постоянно прилагали старания к учению апостолов. Итак, представьте, апостолы в начале становления христианской церкви учили. Согласно прочитанному нами стиху, верующие постоянно пребывали в этом учении. Они с упорством, последовательно и постоянно изучали Библию. Они занимались сосредоточенно и напряженно. Они проявляли непрерывное усердие, непрекращающиеся старания. Они буквально пристрастились к учению апостолов, привязались к изучению Божьего Слова. Этому, как и всему остальному, апостолы научились у Иисуса. Помните, что раньше они назывались не апостолами, а учениками. И слово «ученик» — перевод греческого слова «мафетос» — означает того, кто повинуется власти, является настоящим учеником. И более удачным переводом будет «учащийся». Фразу «12 учеников» лучше переводить «12 учащихся». Именно этим они и занимались. Они слушались Иисуса, соблюдали дисциплину, следуя за Ним. Они признавали Его авторитет, они были истинными учениками, которые брали от Учителя все, что только могли. Следуя за Иисусом и трудясь с Ним, они видели Его абсолютное посвящение Слову Божьему. Куда бы Иисус ни шел, Он учил из Библии. Слово Божье было центром служения Иисуса и Его проповеди. В Евангелии от Матфея 4.23 сказано, «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия». Прочитаем еще раз. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча». А чему Он учил? Он учил Слову Божьему. «Уча в синагогах их и...» Что Он делал? «Проповедуя Евангелие Царствия». Иисус проповедовал Слово Божие, и посмотрите, что сопровождало Его проповедь. «Исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Ранняя церковь следовала этому примеру. Они посвятили себя изучению Библии. Где Иисус проповедовал Слово, там было сверхъестественное проявление Святого Духа. То же самое мы наблюдаем, изучая книгу «Деяний». Сильная проповедь Божьего Слова всегда сопровождалась сверхъестественным действием Святого Духа. Где Слово, там действие Святого Духа. Убрав Слово, мы убираем силу Святого Духа. Позвольте привести несколько примеров из Писания. В Евангелии от Марка 16:20 сказано, «А они, то есть апостолы, пошли и проповедовали везде». Что они проповедовали? Слово Божье. «При Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями».
Обратите внимание, что там, где звучит проповедь Слова Божьего, там есть сверхъестественные проявления. Теперь Деяния 2:42-43. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах». Обратите внимание, каким был результат. 43 стих. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов». Они преподавали библейское учение, проповедовали слово, и это сопровождалось чудесами и знамениями, то есть сверхъестественными проявлениями. Или Деяния 8:6-7 стихи. «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Филипп проповедовал Слово Божье, но при этом совершались чудеса и знамения. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие, расслабленные и хромые, исцелялись». Сейчас я хочу прочитать то, что написал я. Я прочитаю из своих заметок. И это очень важно. Отвлечь церкви от сильного служения проповеди Библии – очередная уловка дьявола. Он знает, что где нет проповеди Слова Божьего, там не будет проявлений Святого Духа, или их будет очень мало. Поэтому враг старается заставить многих христианских лидеров как можно меньше преподавать сильное библейское учение. Дьявол знает, что если ему удастся изъять Библию, то из церкви уйдет и сильное служение Святого Духа. Во многих современных церквях наблюдается отступление от сильного библейского учения. Акцент делается на вдохновляющие проповеди. А у многих это, кстати, неплохо получается, и, разумеется, нам нужны проповеди, которые вдохновляют, но поскольку крепкое библейское учение отступило на второй план, церковь в большой степени не имеет представления об основных библейских доктринах. Это трагично. Большинство верующих сегодня не сдали бы экзамен по основам христианского учения. Многие церкви страдают библейской безграмотностью, потому что в них перестали преподавать сильное учение Слова Божьего, заменив его учением мотивационного характера. Вдохновляющие проповеди нужны, но они не должны замещать библейское учение. Бог хочет, чтобы мы были духовными, ревностными, разумными христианами. Разумные верующие должны знать, во что они верят и во что не верят. Очень важно иметь хорошее знание библейских доктрин, учение Слова Божьего. Честно говоря, я в шоке от поголовной библейской безграмотности, царящей во многих церквях. Это воистину трагедия гигантских масштабов. Это преступление. Мы должны дать своей церкви Библию. Библия нужна вам. Как все ингредиенты важны для правильной консистенции торта, так и Библия делает вашу жизнь целостной. Это важнейший компонент, который должен присутствовать в вашей жизни. Где действует Библия, там действует и Дух Святой. Никогда не забывайте об этом. Первое послание Петра 1:22 сообщает нам о важности Библии. «Послушанием истине, через Духа, очистив души ваши». Согласно этому стиху, душа человека не может очиститься без участия Библии. Также читаем 1 Петра 1:23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек, мы возрождаемся благодаря Божьему Слову». Итак, Слово Божье возрождает нас и очищает наши души. Взгляните, насколько важно Слово Божье. Неудивительно, что ранняя церковь буквально пристрастилась к учению апостолов. Первые христиане понимали, насколько важным оно было для их духовного роста. Если убрать из своей жизни Слово, то в большой степени уйдет и проявление Святого Духа. Бог требует уважения к Своему Слову. Во втором послании к Тимофею 4:2 Павел дает такое повеление своему ученику и всей церкви. «Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Давайте подробно разберем этот стих, чтобы понять его значение. Павел начинает фразу словами «проповедуй Слово». Обратите внимание, что он не приемлет никаких отговорок, он просто приказывает «проповедуй Слово». «Проповедовать» — греческое слово «керусо». Я прочитаю своих заметок.
И вот смысл — провозглашать, заявлять, объявлять или возвещать послание. Буквально начало фразы переводится так — «возвещай Слово Божье». Это слово также описывало послание, провозглашенное официальным лицом или вестником царя, в чьи обязанности входило четко и непререкаемым тоном объявлять волеизъявления, постановления или приказы царя. Не допускалось никаких туманных двусмысленных формулировок. Сообщение царя должно быть предельно четким и должно передавать то, что лежит у царя на сердце. Быть глашатаем было почетно и благородно. Первое, о чем говорит Павел. Нет более высокого призвания или привилегии, чем быть провозвестником Слова Божьего. Это очень почетная и благородная цель. Мы вестники царя. Мы должны знать, что говорится в Божьем Слове, и провозглашать его ясно. И далее. «Настой вовремя и не вовремя». Слово «настаивать» по-гречески «эфистеми» означает «стоять на своем», «занимать жесткую позицию». Это также термин, позаимствованный из военного лексикона, означающий «удерживать позиции». Теперь послушайте внимательно. У проповедника всегда есть искушение сдать позицию проповеди Библии, поддаться желанию проповедовать что-то еще, что-то вдохновляющее, но обходящее библейское учение стороной. Павел же говорит, не делай этого, не сдавай свои позиции, не отступай, выполняй то, к чему тебя призвал Бог, настаивай на истине, будь на своем посту. Апостол также говорит, что это нужно делать вовремя и не вовремя. Послушайте внимательно. Наречие «вовремя» от греческого «юкайрос», которое состоит из слова «ю», означающего что-то хорошее, прекрасное, и слово «кайрос», что значит «времена». В комбинации «юкайрос» эти два слова приобретают следующее значение. Добрые времена, времена счастья, время радости, время благополучия, приятное время удовольствия, что-то своевременное, подходящее, удобное. Иначе говоря, Павел говорит, проповедуй слово, когда момент к этому располагает, когда все радуются и получают удовольствие. Но апостол велит учить не только вовремя, но и не вовремя. Не вовремя. Перевод греческого слова «акаэрос». Отрицательная приставка «а» меняет значение слова на противоположное, недобрые времена. Я бы перевел так. Делай это также в недобрые времена, во время несчастья, в неблагоприятное время, во время печальное, безрадостное. Поступай так даже в неподходящий или неуместный момент. Другими словами, никогда не увиливай от проповеди Слова Божьего. Проповедуй его, когда все хорошо, проповедуй, когда все плохо, не сдавай позиции, не покидай их. Это твой пост, оставайся на нем. Твоя задача — проповедовать, провозглашай Слово Божье ясно и четко, чтобы каждый понял твое послание. Теперь посмотрите, какой ожидается результат. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай, со всяким долготерпением и назиданием. Очень важно понимать все эти слова. Во-первых, Павел говорит «обличай». Греческое слово «электо». Оно означает «изобличать», проводить перекрестный допрос с целью разоблачения. Например, при допросе обвиняемого на суде. Прокурор – обвинитель по какому-то делу, представляющего неопровержимое доказательство, проливающее свет на действия обвиняемого и разоблачающее преступника. Это значит, что когда провозглашается Божье Слово, то виновный чувствует обличение, оно разоблачает провинившегося, оно показывает, что нужно изменить в жизни. Слово Божье не похлопывает по спине, успокаивая, все будет хорошо. Но истинная проповедь Библии подобна острому мечу, который вскрывает человеческое сердце и показывает, в каком оно состоянии. Вот какой эффект производит проповедь Слова Божьего в первую очередь. Неудивительно, что дьявол ненавидит Божье Слово. Во-вторых, Писание велит «запрещай». Греческое слово «эпитимао» означает «брани делать выговор, выносить предупреждение или корректировать». Многие пасторы сегодня боятся делать что-то подобное, но Библия вполне может играть и такую роль — упрекать. Также это слово описывает искренний и уважительный способ сообщить человеку, что он сделал что-то неправильное. Повеление запрещать не дает вам права грубить, но провозглашение истины имеет такую силу и помазание, что виновный в чем-либо почувствует обличение Духа Божьего и придет внутреннее понимание, что поступил неправильно. И далее говорится, что мы должны увещевать. Это та самая вдохновляющая составляющая проповеди. Слово «увещевать»
Перевод греческого слова «паракалео» означает «побуждать», «умолять», «призывать», «просить», «молить». Оно описывает ситуацию, когда один человек очень близко подходит к другому, чтобы поговорить с ним, утешить, помочь наставлением, разговором, советом. Оно также употреблялось при описании военачальников, стоявших перед войском и вдохновлявших, убеждавших, призывавших, просивших и даже умолявших своих солдат не сдаваться и храбро идти в бой. Это мотивационный аспект проповеди, когда вы возгреваете Дух Святых и ободряете их. Итак, когда Библия действительно провозглашается, когда пасторы, проповедники занимают свою позицию и не сдаются, провозглашая истину четко и понятно, то Слово Божие действует так. Во-первых, оно обличает, во-вторых, запрещает, в-третьих, увещевает. И обратите внимание, что наряду с увещеванием следует назидать. Греческое слово «дидакия» переводится как «доктрина», центральная часть христианского учения. Мы должны учить всей Библии. Людям нужна Библия в их дневном рационе. Когда мы все это исполняем и делаем это эффективно, будь то проповедь с кафедры или лицом к лицу, Дух Святой вытаскивает свой божественный меч и пронзает им человеческое сердце. Он исправляет нас, удаляет все лишнее. Он совершает особую хирургическую операцию на нашем сердце и в нашей душе. Кто-то получает обличение, кто-то запрет, кто-то веру, кто-то учение. За какое-то мгновение Дух Святой чудесным образом производит одновременную работу в сердце каждого слушающего. Это абсолютно сверхъестественное действие Духа, которое происходит, когда Слово Божье провозглашается сильно и доходчиво. Неудивительно, что дьявол терпеть не может библейского учения. Дьявол не хочет, чтобы все это происходило с вами, чтобы в вашей жизни происходили чудеса, чтобы Божья сила являлась в жизни ваших друзей и в вашей церкви. Но в первом послании к Тимофею 4:3 написано, «Дух Святой ясно предупреждает нас, что в последние времена люди отступят от Библии и будут отвергать ее. Мы должны быть осторожными, чтобы не стать жертвой духа этого времени». Когда другие отвергают Библию, это не значит, что мы должны следовать их примеру. В Деяниях 2:42 сказано, что верующие крепко привязались к учению апостолов. Они знали, что учение необходимо для того, чтобы жизнь преображалась. Иисус говорит, «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». Слово Божье – самое долговечное, что есть в вашей жизни. Его нельзя отвергать. За него нужно ухватиться и любить его. Это важнейший компонент жизни сильного и зрелого христианина. Жизни, построенной на прочном и устойчивом основании. Когда в вашей жизни есть Божье Слово, то, как я и говорил, начинает действовать сверхъестественная сила Святого Духа. И это третий компонент, о котором мы поговорим в следующей программе. Мы увидим, что должны испытывать горячее желание видеть действия Святого Духа. Сегодня мы говорили о любви к Божьему Слову. Это один из наиболее важных компонентов жизни сильного верующего. Вы любите Библию. Вы должны пребывать в Божьем Слове, применять его в своей жизни и позволять Божьему Слову и его силе действовать в вас и в вашей жизни. Время передачи подошло к концу. Я скоро вернусь, чтобы помолиться за вас. Чтобы испечь пирог, вам потребуются конкретные ингредиенты, и когда все необходимое замешано правильно, вы получите желаемый вкус. Но если упустить хоть один ингредиент, то все может закончиться печально. Также и в жизни для каждого из нас важны духовные составляющие, для жизни в непоколебимой и твердой вере. В серии учения «10 принципов сильного верующего» Рик Реннер освещает 10 качеств, необходимых для каждого утвержденного верующего. Скачайте бесплатно цикл аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего» на нашем сайте igc.org. Это учение поможет вам усовершенствовать свою молитвенную жизнь, научиться ходить в святости и применять духовную власть, данную вам Богом. Также подпишитесь на ежедневные видеообозрения драгоценной истины из греческого языка. В них Рик Реннер раскрывает бесценные сокровища, которые хранит Божье Слово, и учит нас жить бескомпромиссной жизнью веры в личном общении с Богом. 1,5 минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь.
Просматривая драгоценные истины, вы найдете глубокий анализ более 1000 греческих слов. Это вдохновит и утвердит вас на пути познания того, что Бог приготовил для вашей жизни. Подпишитесь на ежедневные видеоободрения «Драгоценные истины из греческого языка». Эти уникальные инструменты для исследования Писания расширят ваше понимание библейских истин. Изучая подлинные значения слов из Нового Завета, вы обретете настоящие сокровища, содержащиеся в Божьем Слове. Не пропустите эту возможность подписаться на ежедневные видеоободрения «Драгоценные истины из греческого языка» на сайте iGNC.org. Здравствуйте, меня зовут Джоэл Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает восстанавливать жизнь людей, находящихся в зависимости. По всему миру мы наблюдаем эпидемию наркомании. Возможно, вы тоже знаете кого-то, находящихся в плену алкогольной или наркотической зависимости. Человеку очень нелегко выбраться из порочного круга зависимости. Благодаря щедрым пожертвованиям наших партнеров, мы поддерживаем работу нескольких христианских реабилитационных центров, где людям помогают восстанавливаться на работе, предоставляется медицинская помощь, и оказываемая система поддержки позволяет реабилитантам не чувствовать себя одинокими и оторванными от общества. Благодаря вашим пожертвованиям мы видим, как выздоравливают больные гепатитом С, восстанавливаются разрушенные семьи и отношения. А те, кто был в плену зависимости от наркотических веществ, получают свободу и возвращаются к нормальной жизни. Все это стало возможным только при поддержке наших драгоценных партнеров. Но все еще так много людей нуждаются в нашей помощи. Их семьи ждут, когда они получат свободу от пагубных привычек. А многие зависимые хотят исцелиться, но у них нет возможности пройти реабилитацию. Прямо сейчас вы можете помочь ребенку вновь обрести своего отца или матери, увидеть возвращение своего блудного сына. Ваши пожертвования совершают великие дела, ведь эти люди так нуждаются в вашей помощи. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт iGNC.org. С вашей поддержкой мы можем внести значимые перемены в жизни многих людей. Мы говорили о том, что согласно книге Деяний 2.42, первые верующие постоянно пребывали в учении апостолов. Выражение «постоянно пребывать» означает упорно продолжать делать что-либо. Оно описывает сосредоточенный и напряженный труд, а также непрерывное усердие и непрекращающиеся старания, и может иметь смысл сильной привязанности к чему-либо. Один исследователь даже перевел этот отрывок так: «Они пристрастились к учению апостолов». Верующие первого века понимали, им нужна Библия. Она изменит их. Они знали, что проповедь Божьего Слова сопровождается сверхъестественным действием Святого Духа. Любовь к Божьему Слову – один из важнейших компонентов духовной жизни человека. Есть и другие, но этот – основополагающий компонент. И обо всех этих 10 качествах я говорю в цикле аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего». В нем 15 серий, основанных на этих передачах. Этот цикл содержит учение о всех пунктах, которые помогут вам построить духовную жизнь на прочном основании. Также мы предлагаем вам подписаться на мои ежедневные видеоободрения. 1.5 минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Я убежден, что они станут благословением для вас. Не упустите возможность ближе познавать Бога каждый день. Подпишитесь на бесплатную рассылку на нашем сайте. Хочу помолиться за вас. Отец, я благодарю Тебя за возможность собираться вместе. Спасибо за Библию. Спасибо, что мы можем провозглашать Твое Слово. И когда мы выполняем Твое повеление, Дух Святой производит свое сверхъестественное чудесное действие. Спасибо, что когда мы погружаемся в Слово, Ты трудишься с нами, согласно Евангелию от Марка 16:20. Во имя Иисуса. Аминь. Помните о том, что говорится в книге Екклесиаста 8:4. Где слово царя, там власть. И пусть сила Божьего Слова действует в вашей жизни сегодня. Увидимся в следующей программе. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт iGNC.org или свяжитесь с нами в социальных сетях.